Мини-футбол, волейбол, кроссфит и воздушная эквилибристика. Все в одном месте. В Уфе открылся универсальный спортивный комплекс. Стоит отметить, что профинансировал проект депутат Госсобрания Башкирии. Где-то предел, наверное, 50 миллионов, я думаю, что инвестировали. Этот проект мы сделали в течение года, хотя думали года полтора. Поняли, что это востребовано, поняли, что это интересно, поняли, что людей, желающих заниматься спортом, очень много. У нас уже сейчас очень много занимающихся, у нас много детишек, что все больше всего нравится. Футболисты, волейболисты, гимнастки. Это, кстати, не первый пример. Частный капитал. У нас есть неплохие борцовские залы, есть неплохие площадки для игровых видов спорта. И это является вот таким, можно сказать, классическим примером для социально ответственного бизнеса. Общая площадь комплекса более 1000 квадратных метров. Ежедневно здесь смогут заниматься около 450 человек. Состоит он из двух частей – зону для игровых видов спорта и кроссфита. В зале кроссфита можно заниматься многофункциональным многоборьем, силовые тренировки проводить, пауэрлифтинг. Также представлены смешанные единоборства Федерации ММА, воздушная эквилибристика или воздушная гимнастика на полотнах. То есть это новый вид спорта, который представлен в данном комплексе. Также в спортивном комплексе предусмотрена социальная программа, по которой посещать занятия можно будет на льготных условиях. В любом варианте льготная основа будет всегда, особенно для детей. Мы и так помогаем тогда, когда, допустим, те же тренеры и не могут и проплатить за зал. Естественно, мы в каких-то моментах участвуем. Естественно, будут какие-то льготные схемы. И мы сейчас хотим для инвалидов реабилитацию какую-то через благотворительный фонд организовать. То есть, конечно, обязательно, без этого никак.